Понятное дело. Так, нам достался двухкомнатный номер. Хотя у нас телевизор. Так, вот это Камилочкины Каролине номер достался. Стульчик, шифоньер, кондиционер, пуфики, кровати вон какие. С Леной на море куда мы приехали? В Бердянск. В Бердянск. И нам вот такой вот достался номер. Кстати, мы уже снимали, как мы ездили. Куда мы ездили? Ну, на море. А, на Черное. Да, на Черном море. Железный порт. Теперь приехали в Бердянск. Мы приехали. А потом едем и не скажем. Ага, скоро в начале августа едем на другое море, да? Да, мы должны все моря. Три месяца, три моря. Три разных моря будет, да? Ну, сейчас мы покажем комнату, да? Ну, понятное дело. Так, нам достался двухкомнатный номер. Хотя у нас телевизор. Так, вот это Камилочкины Каролине номер достался. Стульчик, шифоньер, кондиционер. Пуфики, кровати вон какие. А пуфики не было. Столик. А вот такой шкафчик. Тут сундучки. Ну так правильно, там и должны быть сундучки, пуфики. И у Королюси пуфик, да? Тут просто поставили кресло. Угу. Кроватки такие, и ничего хорошие у вас. И лоб мы взяли. Ага. Шкафчик, столик такой, ничего. Знаете, всякой гадостью, чипсами всякими, сникерсами, сухариками, семечками. Девчонки все позаваливали. А мне на ногу наступила. Вот все, что я взяла. Ага, Лолу привезли, да, на ногу? Очки мои. Пойдем. Так, ну ладно, давай я комнату показываю. Вот это комната Камилочки и Каролиночки. А вот это наша с Леной комната. Тут большущая кровать одна. Да свет выключили, нет света. Вот это у нас еще одна дополнительная кровать. Тут тоже стульчик, большой холодильник. Телевизор, а ванну. И зеркало. Ой, ну да, главное зеркало, да. А ванну я, наверное, не смогу показать, но стандартная, потому что свет выключили. Тут, наверное, темно вам будет. Обычный стандартный душ, санузел, ну, как всегда, раковина, зеркало. Привет! Привет! Ну, нам нравится. Во-первых, что очень много места. Да. Две комнатки, девчонкам разогнаться есть где. Подожди, ты будешь спать здесь, а Лена здесь? Ну да, я на большой двухместной, а Лена у нас на одной местной будет спать. Бабушка ж любит поперек спать. И вдруг Королюся ко мне в гости придет, да, Королюся? Да. Сбежит со своей кроватки. У бабушки дома есть большая кровать и еще одна большая. Угу. И в разных комнатах. Только да. Ну, короче, нам тут нравится то, что много места и две комнаты, да, обалденно. Море очень близко, сразу возле моря. И когда мы уезжаем, она сама на такой большой кровати. Так что, все окей, да? Да. Все, всем пока. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, с вами были Камила и Каролина, на канале Камила и Каролина, пока-пока! Каролюся, нажмите на красную кнопочку и на колокольчик, будет выходить на видео, пока-пока! Пока-пока! Видео, пока! Пока! Бух, ты такая горластая, все, пока-пока, все, пока, всем пока!